100 интересных фактов об Алматы собирают в альянсе университетов. Сборник планируют выпустить усилиями представителей 38 вузов. Издание должно вобрать в себя неизвестные детали из истории мегаполиса. В разработке проекта также примут участие школьники, историки, этнографы и археологи. По предварительным подсчетам, сбор данных продлится до конца года. Главная цель этого проекта – объединить результат усилий студентов, учеников и ученых. И в то же время найти неизвестные факты о нашем любимом Алматы и донести до широких масс. Это, как вы сами знаете, то, что мы называем рухани жангыру – знание своей истории и прошлого.